Вот опять сейчас очень быстро входит шайба. У Йокерита в чужой зоне. И подключение не проходит, но Йокерит сохранил шайбу. Надолго ли? Вот. Классный пас и выход 2 в 1 может быть. И гол! Забивают спартаковцы! Анцель Галимов 1-1. По-моему, это он все-таки посылает шайбу в ворота. Да. Пропустили контратаку сейчас хоккеисты Йокерита и Спартак. Сравнивает счет Анцель Галимов. Забрасывает эту очень важную шайбу для красно-белых. Всего лишь третья игра Анцеля Галимова за «Спартак». И заброшенная шайба. Вот еще раз смотрим. Входит Анцель Галимов в зону. Там хорошо партнер на себя берет внимание. И вот так перекладывает на неудобную руку и посылает шайбу в ворота Анцель Галимов.